Inside for three. Dagger! McBride, another one. Boy, they are marching to the title, aren't they? Over to McBride for three. Got another one. All right. At the end of the shot clock. Быстрая контратака, очередная. О, МакБрайт, она уткнулась, конечно, в соперницу. Претендовали тут на фол атаки, я так понимаю, Круз. О, какая трешка, достаточно нагло. Кайла МакБрайт просто пришла, пульнула с дриблинга. Помогает здесь уйти МакБрайт, тоже от опеки. Хороший проход, Кайла! УГМК плюс 30 в финале. И это все по делу, потому что речь идет о, возможно, просто лучшей команде в истории. Плюс 11, средний МакБрайт точно прошла так легонечко под заслоном. Соперник за ней не успевает. Кайла, естественно, с удовольствием подгадает бросить. МакБрайт again goes in. He gets it up quickly. МакБрайт packs it in. She's smooth, isn't she?